Сейчас я абсолютно по-другому воспринимаю Израиль, это мой дом. Через сколько лет ты это почувствовала? Ты знаешь, я... Или в какой период? Долгое время очень жила здесь все равно, ну, как бы между странами, как бы на двух стульях сидела, да, вот там и там, и там, двумя ногами. И, вернее, одна нога там, одна нога там. И это было очень дискомфортное ощущение. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, это дает какую-то, типа, свободу, да, типа, да, я и там, mm-hmm. а с другой стороны, все-таки психологически нужно иметь какую-то вот свою базу. И у меня пришло ощущение полного, тотального осознания, что здесь мой дом, 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. И я вот в этот день просто вот вдруг мне пришло осознание, что все, я израильтянка, я здесь живу, я здесь работаю, я здесь деньги зарабатываю, здесь будущее моих детей и мое будущее тоже.